Добрый день, зрители нашего канала. Вот сегодня хочу поговорить с вами о перце спрингбок. Это желтый кубовидный перец. Наверное, кто видели, мы выкладывали фотографии. В том году мы его выращивали осенью в теплице. Обалденный был урожай. То есть такого перца кубовидного я еще не видел в теплице. Настолько мощный потенциал урожая. Плюс качество самого перца. Но обычно мы перец всегда сажаем. И в этом году мы будем сажать на осень его обязательно, спрингбок, да? Но вот одну строчку мы посадили спрингбока посмотреть на весну, как будет получаться, какой урожай. Ну, в принципе, что у нас здесь, да? Видим, да, что уже вот он, вот правда мы его не убрали, вот эту перчину она берем. Он также будет вести его в три головы. Идет вот он. Сейчас вот эти все цветочки с центра, конечно, убрать их подальше. И будем смотреть, как перец будет вести себя. Потому что интересная тема — кубовидные перцы. На осень это уже железно выгодная вещь. Более стабильная. То есть цена всегда нормальная стоит. Минимум начиная от 500 до 600 тенге. Именно на спрингбоке мы уже увидели хорошую урожайность. До этого урожайность нас как бы не всегда устраивала на желтых перцах. Да? Вот мы 2 года тестируем. До этого был другой, а вот спрингбок дал очень хороший урожай. Ну вот, посмотреть, еще раз обкатать, попробовать надо. Ну, будем смотреть вместе с вами. Спасибо, до свидания.